защите охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности в крае слово предоставляется заместителю председателя комитета по охране окружающей среды, начальнику отдела экологической политики и мониторинга окружающей среды Министерства природных ресурсов края Федорову Вячеславу Ивановичу. Уважаемый Вячеслав Александрович, присутствующие. 5 июня в России отмечается профессиональный праздник разговорников сферы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Специалистов на предприятиях, природоохранных организаций и ведомств, а также граждан, отстаивающих свое конституционное право на благоприятную окружающую среду. Совместные действия, предпринимаемые в крае природоохранными организациями и учреждениями, в том числе научными организациями, предпринимателями, занятыми в сфере переработки и обезвреживания отходов, при координирующей роли Министерства природных ресурсов края вносят весомый вклад в экологическое развитие края.